Самыми аварийными и опасными днями стали пятница и вторник. В эти дни зарегистрировано по 2 дорожно-транспортных происшествия. Что касается аварийно-опасные периоды временные, это с 8 часов до 10 часов дня и с 12 часов до 14 часов. Также зарегистрировано по 2 ДТП. Основной причиной совершения всех дорожно-транспортных происшествий является так называемый человеческий фактор и низкая дисциплина водителей транспортных средств. Если делать анализ дорожно-транспортных происшествий, что касается именно улично-дорожной сети города, то в городской черте у нас зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. Аналогичный период прошлого года, если брать март, то 4. Мы видим снижение здесь на 50%. Это могло стать ввиду того, что пытаемся все-таки плотность нарядов увеличивать и привлекаем также госинспекторов, которые находятся в кабинетах.